Доброго тебе времени суток, дорогой мой зритель, да и добро пожаловать на очередную порцию олдскульного экшония в виде Half-Life 2. Поехали. Так, за мной. Так, тут надо бы... Я перезаряжу, прикрой меня! Так... Тихо. А вот так, если... О! Попал! О! Я всех положил! Так, бегом! Все бегом! Страйдер, конечно, не тема. Но вот если манхеки сейчас пойдут оттуда, надо быть готовым. Эй, все, идем за Фрименом. Дай-ка я отойду. Так, ну что, два пулемета. Сюда! Здорово, мужик. Гордон Фримен, это ведь вы. А чё они? Я заложу несколько зарядов и сдаду поход. Извини. Так, хорошо. Джелли и джентльмен, давайте. Берите пулеметы. И за дело, мать вашу. Полейте всех орудий. Давайте, палите! О, все! Все! Гордон Фримен, вы здесь? Да сколько можно? Нет меня здесь! Пошевеливайтесь! Ха, огонь готов! Все, отлично, прикрывайте! Там же серьезно! Хорошо, что вы в костюме! Да уж. Все, идите, прикрывайте. А я пошел. По говну. Внимание, опасный уровень радиации. Сука. Ну, блядь! Состояние ухудшилось. Ну, заебись, блядь! Жёванная физика, блин, в этой игре. Блять, уйди нахер.
Давай, давай, давай! Есть! Где? Вон там. Ну еще один. Два. Три! Да вы шо, блядь? Тихо, тихо. О, все, я пришел. Туда я не пойду. А там и нет ничего. Все, что мне нужно, я уже тут сделал. Надо открыть дверь пацанам. И дуть дальше. Тут ничего. Эй, это я, открой дверь. Я вижу, у вас все получилось. Мы так и знаем. Эй, все, идем за Фрименом. Давайте. Где? Пошли, пошли. Так. Один, два, три, четыре. Давай, пять. Так, пропустить. Бегом! Ходу, ребята! Так, давайте, давайте. Эй, блядь, надоело ждать. Всех долбоёбов. Это крабы. Давайте. Огонь из всех орудий! Чё я должен всех убивать? Они все посъёбывались! Тут хитрые ребятки! Я знаю, что встретимся позже. Да мы тут со всеми встречусь позже. Многих из вас вот поубивают. Так, а тут нету засады в виде раздолбанного пола какого-нибудь. Так, нет, не сюда. Так, ребятки, все сюда, все сюда, все за мной. Там, блядь, палит. С их пуколок. Так, не, нахер. Этих пиздюков можно тоже внимание обращать. Кто-нибудь придумаем. Когда же это закончится? Пожалуйста. Все в порядке. Так, один, два, три. Где четвертый? Идея, вот он, четвертый. Все. Да, и все идите за мной. Ну и чё? Эй, это я, открой дверь. Король! Ты что скажешь, док? Ведите, Фриман. Охренел совсем! Все, опять броню мне сжег! Парой выстрелов! Еще один.
аптечку. Ах, спасибо. Возьми аптечку. О, когда два медика в бригаде, хорошо, это вообще, даже не просто хорошо, это пожар. Ты хули тут забыл? Так, дайте пройти. Извини, Фреймен. О, мостик. Хорошо, проходите. Бегом. Пошевеливайтесь. Куда пошел, дебил? Медик просто в ух ушел. Че его туда потянуло, блядь? Ладно, буду пробираться так, своими силами. По мере. Сука. Да завались! А, спасибо. Сука! Похоже и на иной раз всяких скримеров. И чё? Чё теперь? В эту дырку падает. А-а-а! Завались и не рычи. Уже два готов. Так, где-то тут минка затесалась. Так, дай пройду. Вот она, минка. Я не хочу, чтобы она въебала. Так. Опять. Я в курсе. Вот сопись. Шо, опять? Где хэдкраб? Да ёбанама! В смысле? И как я должен подниматься? Через огонь, что ли, херачить? Не очень, я бы сказал. Мерси. Больше появляться не будут! Ловите, сука, гранату. Блять! Не, ну вас только не хватало для пущего эффекта.
Еще один барнакл. И что, теперь сюда? Так, про медика, я так понимаю, можно забыть. Ну класс! Так, кусок аптечки есть. Но этого уже не хватит. Мне надо побольше. Ну, вот тут хотя бы есть пара ящиков. Подать их мне. И еще. Отлично. Погнали дальше. Блять, когда же эти ебеня закончатся все? Я, блин, мне надоело по этим ебеням лазить. Реально, блин, это просто вот во всех играх серии такая беда. Я не люблю лазить именно вот. Чего, бля? Не, ну с турельками-то сейчас разберется. Вот и все. Ох ты ж, блядь. О! Я знала, что найду тебя здесь. Откуда? Доктор Кляйнер в безопасности. Теперь мы можем встретиться с Барни. Да? Нет, на секундочку. Откуда ты знала, что ты найдешь меня? Вот именно вот в этой жеванной, блядь, кровавой комнате. Откуда? Я, например, не знаю. А внизу командный центр. Я надеюсь найти информацию о местонахождении генераторов. Готов? Вперед! Проси. Получайте. Нахуй послан. Еще один, блядь. Сейчас подзаряжусь, но что-то мне подсказывает, что я об этом еще пожалею. Сейф. Нет, здесь переход в следующую локацию. Так, давайте. Все, что скажешь, док. Идите я туда. Остаюсь. Я возьму эту. Готово. Жду тебя. Какую возьмешь? То есть ты эту хочешь взять? Нужно зарядить. Что ж, нам везет. Снаружи на площади стоит генератор. Мы стараемся отключать их, чтобы ослабить хватку Альянса в этом секторе. Мне нужно несколько минут, чтобы обнажить ядро. Затем ударь по нему из гравипушки. И прикрой, если понадобится. Ну, всегда прикрывать надо. Вы здорово выкрутили, доктор Фриман. Искренне жаль тех, кто потратился на страховку. Вперед! В это время еще страховки были? А, ну, еще хоть какая-то обстановка. А в какую квартиру не зайди, там одни кругом, блядь, ну, стоит одна тумбочка и телек. А, ну и диван какой-нибудь.
сам нахуй. Это не займет много времени. Давай, подруга, колдуй. Я открою ворота, и мы сможем выбраться отсюда. Обычная панель. Давай, давай же. Будем убивать вражину. Будет опускаться щиты один за другим. А потом, да, надо будет бахнуть из гравипушки. Так, транспортник с правой стороны. Ну-ка, дай-ка. Получай. Конечно, убит. Я же для чего стараюсь. Ну и? Еще один. Отлично. На другую сторону. Давай, Алекс, давай. Время тикает. Долго этих тварей удерживать не сможем. Заебись. Давайте, пацаны, давайте, держите. Сейчас я заряжусь. Ну все. Держитесь. Внешний щит готов. Так. Давайте, что тут, давай. Блядь. Еще волна. Да япона мать. Внутренние щиты отключаются. Неужели? Вот, держи птичку. Спасибо. На! Блять. Возьми птичку. Давай, вырубай щит уже. Нас прижали. Возьми птичку. Отлично, защита снята. Используй гравипушку, Бардер. Все, ушло. Тикаем. Давай, закрывай. Хорошо. Барни должен быть на той стороне этого канала. Жестко. Вообще-то здесь был мост. Попробую разведать другой путь. Канальчик.
Жди меня здесь. Жизни у нас на пару попаданий. Буквально на писечке. Буквально на донышке. Ну? Блять, Assassin's Creed в сторонке курит нервно. Просто по требухе гнилой, блядь, лезет просто как по лестнице. Эй, похоже, мы можем пробраться внизу, вон там. Пойдем здесь. А, нет! А я нихуя не удивлен. Гордон, беги! Уходи отсюда! Как она еще не свалилась сюда? Не, я, пожалуй, вниз. И вот сюда. И затем на сегодняшнюю серию закончим. Спасибо, дорогой друг, что смотрел. Прожимай палец вверх, комменты, подписка, коль не подписан. Ну, короче, все как обычно. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока.